тяжелое время, все те ребята, которые находились на территории села, они тоже находились в зоне риска. Сегодня в зоне риска не только медики, но и те, кто находится на охране наших границ. Огромное спасибо всем тем, кто помог нам организовать эту работу так, чтобы в кратчайшие сроки избавиться от этого, может быть, грубо сказано, но избавиться от этого карантина.